Итак, разминаемся с помощью гимнастики йогов. Элементы танца Шивы. Суставная гимнастика. Ладошки возле таза. Начинаем двумя руками двигаться вперед. Ладошки вверх, в стороны. Назад. Назад, назад, назад. Развернулись. Вперед. Вот такие две восьмерки нам нужно сделать. С волновым движением вдох и с дыханием выдох. Волна из позвоночника, вдох, выдох, вдох, выдох. Обратите внимание, ладошки все время вверх смотрят, вдох, выдох. Хорошо, в обратную сторону, вдох. Как будто бы представьте две чашечки чая на ладошках, и нам не нужно их уравнить. Пронести по максимальной амплитуде. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. По одной руке, правая рука. Вдох, большая амплитуда. Это первый вариант. Раз. Посмотрите, как таз начинает двигаться. Два. Три. В другую сторону. Раз. Все время ладонь в небо смотрит. Два. Чувствуем это ощущение. Назад заносим. Назад. Три. Хорошо. Левая рука. Один. Пронесли. Два. Чувствуем, как позвоночник весь включается. Три. Не только плечи, локти и запястья. В другую сторону. То есть мы прокручиваемся в запястье. В локте и в плече. Три. Теперь фиксируем ладошку на уровне вот где-то грудной мышцы, серединка таза, серединка грудной клетки, и представляем здесь такой шарик, и нам нужно этот шарик как бы прогладить снизу, держа его, и не роняем. Смотрите, как нужно двигать телом, чтобы не уронить шарик. Ага. В другую сторону. Раз. Тело двигается. Два. Три. Хорошо. Второй рукой тоже попробуем. Шарик, да, на уровне середины грудной клетки. Кристальный шар держим. Смотрите, локоть вниз опускается, вверх поднимается, чтобы нам провернуться вниз, вверх. То есть фиксируем ладошку в одной точке. В другую сторону. Раз, два, три. Угу, встряхнули. Теперь по большой амплитуде. Правая рука вперед у нас будет идти. Вот этот стандартный вариант. Левая рука назад. И располовиниваем сигналы. Правая вперед, левая назад. Раз. Асинхронное движение. Два. Три. Хорошо, в другую сторону. Левая вперед, правая назад. Раз. Два. Три. Хорошо. Здорово. Сбросили. Можно увеличить количество повторений. Но я перехожу к ногам. Смотрите, правую ножку приподнимаю. И теперь мне нужно нарисовать кончиками пальцев. Петля спереди, петля сзади, спереди, сзади. Обратите внимание, бедро заворачиваю, разворачиваю, заворачиваю, разворачиваю. В другую сторону. Раз. Тазобедренный сустав в разные стороны начинает вращаться. Три. Хорошо. Вторая нога. Завернули, развернули. Раз. Два.
Три. Ага, теперь в другую сторону. Раз. Два. Три. Угу. Хорошо. Это можно дольше делать. Я демонстрирую. И вот такой вариант. Мы как такую петельку спереди делаем, а сзади. Вот в этой амплитуде. Вот в этой проекции. Ага. Как будто бы педали крутим спереди, сзади. И меняем направление. Раз. Два. Три. Угу. В другую сторону. Прокрутили. Спереди. Сзади. Спереди. Сзади. Спереди. Сзади. Поменяли. Раз. Два. Три. Хорошо. Тряхнули все.